Знаете, в мировой истории искусства существует такое понятие импрессионизм. Я не буду рассказывать, что это такое. Существует такое понятие, как русский импрессионизм. Это Жуковский, Петровичев, это Тужанский, это Серов и великолепный Коровин. Но вы знаете, сегодня мне причудилось, глядя на работы Леонида Геннадьевича, мне придумался сегодня термин под названием «сибирский импрессионизм». Я хочу поздравить Леонида Геннадьевича с такой выставкой, с юбилейной датой. Хочу пожелать ему всего самого доброго, новых вершин в творчестве. Хочу рассказать еще один секрет, который заключается в том, что у Леонида Геннадьевича есть велосипед, поэтому он всегда бодр, он всегда в форме и он всегда общается с натурой. Более того, я вам могу рассказать еще такую вещь, что Леонид Геннадьевич никогда не заигрывает с публикой, никогда не работает на салон и никогда не хочет понравиться обывателю. Он всегда честен, он всегда открыт и всегда работает с полной отдачей. Спасибо, Леонид Геннадьевич, за то, что вы есть. Спасибо вам за ваши откровения, за ваши работы. От имени правления и от имени председателя мы хотим вручить вам этот скромный букет. Слово представляется Зацепину Виталию Сергеевичу. Дорогие друзья, позвольте поздравить вас с замечательным событием, сам третий ваша персональная выставка. И эта выставка, все мы заметим, что очень актуальна, тем более под 80-летие Красноярского края. Все мы знаем, что в декабре пройдет ряд торжественных событий, посвященных этому моменту. И собираясь сюда на выставку, я, прочитав о вашем творчестве, узнал, что вы очень увлекаетесь именно пейзажем и ожидал здесь увидеть именно природу, реки и тому подобное. Но это приятное открытие для меня, что здесь я в этом зале увидел и красноярцев, как новый, так и старый Красноярск, Красноярский край. Спасибо вам за то, что на своих полотнах вы изображаете нашу Родину. Спасибо за то, что вы даете нашим детям и будущим потомкам увидеть тот Красноярск, тот Красноярский край, который сохранится сегодня. Поздравляем вас с наступающей годовщиной и позвольте получить вам благодарственное письмо от имени исполняющего обязанности министра культуры Красноярского края Елены Тихоновны Пальцниковой за высокий профессионализм и личный вклад в развитие культуры и искусства в Красноярском крае. Спасибо. Спасибо большое. Ну, очень приятно быть в этом зале. Вот те, кто знает Леонида, а здесь, я думаю, большая часть его знает, мы его все знаем как человека неуемной энергии, живого, подвижного, способного там на непредсказуемый какой-то поступок, очень веселого, очень жизнерадостного, всегда на полной энергии. А вот когда смотришь на эти работы, вдруг видишь другого человека, видишь поэта, который умеет в каждой речушке, там, в каждом болотце каком-то увидеть свою красоту. Ведь это сейчас в наше трудное время дорогого стоит, потому что ну и пейзаж наш жёстче стал, все мы это знаем. А вот Леонид, он вот эту свою поэтику, он умеет очень тонко передать. То, что он много лет посвятил старому Красноярску, и, наверное, сейчас лучше архитекторов можно у него спрашивать про каждое здание в этом городе, про каждое старое здание. В Микс-Максе несколько лет назад была очень красивая выставка, где было много работ старого Красноярска. Но мы увидели здесь и современный Красноярск. А натюрморт его меня просто восхищает. Просто восхищает. Очень красиво по цвету. Он вообще художник, который видит, чувствует цвет, который смотрит на работу и понимает, что он искал вот это состояние, искал этот цвет. Ну, то есть вот та энергетика, которая есть в него, вдруг выливается в какие-то тонкие, красивые поэтические вещи. И я просто желаю вот это сохранить в себе, и веселость, и вот это вот сохранить в себе, вот эту лирику, и остаться таким же хорошим художником. Поздравляю! Спасибо огромное! То есть, фактически, на мой
это единственный человек, единственный художник, который очень-очень много уделяет своего времени, творческого потенциала городу Красноярску, скажем так, живую. Вот. Хочу пожелать Леониду Геннадьевичу такого же неуемного темперамента, здоровья и таких же. Спасибо, дорогой. Сейчас я успокоюсь. Очень трудно художнику найти свое слово, свой язык, свое «я». Потому что до нас прошло тысячи и тысячи людей. Я простой, как бы, обыватель этого города. Я не художник, не из вашей среды. Я мало что знаю. Ну, хожу просто по городу, смотришь, там картины продаются, в доме художника, там, в Диане, там еще где-то захожу частенько, с картинки сам покупаю. И вот сейчас зашел на эту выставку. Я просто был поражен. Во-первых, вот художник, его лицо, это его картины, я так считаю, яркие, красочные. И он патриот своего города. Вот посмотрите на старый Красноярск, вот та картина, вот та картина. Вот эта картинка. Я не видел таких картин в городе. Вот я считаю, что это достояние нашего города. Спасибо, Леонид Геннадьевич. Очень спасибо от жителей Красноярска. Молодец. Нашего виновника торжества и сказать очень кратко. Весь Красноярский краевой краеведческий музей поздравляет тебя, Леонид, с этим замечательным событием в твоей жизни, с юбилеем. Нужно сказать, что в фондах Красноярского краевого краеведческого музея есть работы Леонида, и в документальном фонде есть его материалы. Мы хотим пожелать тебе творческих успехов, чтобы вот эта искорка Божья, которая у тебя есть, она никогда не гасла. И знай, что мы твои друзья. Краеведческие музеи. С днем рождения. И с этим я не мог не приехать. Когда я спросил Леня, что тебе привезти, он мне скромно сказал, шишек вези, говорит, оттуда. Желающие еще есть? Тогда слово представляется Леонид Геннадьевич. Художнику Шишкину. Кузнецов. Да я как-то говорить не умею. Старался, вот, рисовал. Вот, наконец-то, думаю, это заканчиваются мои мучения. Представил вам на суд свои работы. Кусочек маленький. Спасибо вам всем, что вы пришли, что вы любите искусство. Красноярск. Будем стараться в дальнейшем брать какие-то новые рубиконы, новые горизонты открывать и показывать их вам. Спасибо большое.